Налоговой. Здравствуй. После ошеломляющего успеха команды «Командор Печати» на предыдущей игре мы решили кардинально меняться. И для этого Олежка сменил пол. И побелил потолок. Вот представляете, парень сидит дома, смотрит на свой новый белоснежный потолок. И внизу тоже что-то другое. После этого ремонта мы стали совершенно новой командой. Поэтому давайте знакомиться. Эй, ты, крошка, 8-е, 12-е место. Хочешь познакомиться с красавчиком? Нет? Извини, Олежка, я старался. Это Олежка. Олежка у нас танцор. Он разговаривает языком танца. Я переведу. Добрый вечер всем, меня зовут Олег. Береза, трактор, аллигатор. Аллигатор? Аллигатор. Это я не могу сказать со сцены. Но не стой. А это Наташа. Наташа – надежда нашей команды. Ну какая надежда? Я Наташа! Какая надежда, не оправдавшаяся. А впереди самое интересное, крепитесь. Это Дарин. Да-да, Дарин. И сразу ответ на вопрос, как его зовут? Дарин. Румынское имя, молдавская внешность. Дарин – первый в мире представитель культурного и интеллигентного быдла. Он может часами сидеть в библиотеке, лузать семечки, там, изучать Ницше, а потом берет веничек и все убирает, что наплевал. Идеальное лицо налоговой службы. Детерминированное судорожное сокращение диафрагмы с короткими выдохами через рот является неотъемным атрибутом личности с неадекватным восприятием окружающей действительности. Тоже начитанный. А есть что по Шопенгауэру? Успокойся. Ну что, печаль, все в сборе? Ну так погнали телегу армянского юмора! Человек, который очень боится щекотки. Ревизор. Боже, как тут брудно. А да я взагалі? Отделение налоговой. Боже, как тут чисто, как тут чудово. Не ходить по іншим теж установам. Всем нам известно, что многие люди любят приукрасить свои рассказы. И налоговики не исключение. Они тоже иногда любят приврать. Короче, захожу в магазин и говорю, жвачку можно? А продавщица мне знаешь что? Говорит, нету. Я говорю, что? Ты мне грубить будешь? Да короче, я достаю удостоверение. Знаешь, какое? Какое? Налоговая, всем стоять, руки за голову, достаю ствол. Стреляю мальчонки по ногам. Закрыли всю контору. Ого, круто у вас налоговый. Это только на первом курсе. А поскольку
из лосося Егорка. Плавки для купания в бассейне из лосося Егорка. Теперь без косточки. Сцена из типичного голливудского боевика. Я сейчас убью тебя, но для начала расскажу свою историю. Прошел час. Классный ты мужик, а? Ну что, я пошел? Стой! Я же тебе не рассказал, как я на рыбалке был. Экзамен по английскому. Hello, how do you do? I'm fine. Билет тяните. Arrange the words, command sentences. Это задание. Расставьте слова, чтобы вышло предложение. Okay. The food for the girl went to the wall and bought... Oh, не нормально. Что нормально? Нормальное предложение? Что такое? Ты сказал, еда для девочки собаки пошла гулять и купила. Ну, немного странно, соглашусь. В нашей стране может быть, спокойно. Ладно, полегче поспрашиваю. Окей. Okay. Переводи слова. Translate the word. Акробат. Акробат. Экономист. Экономист. Политик. Политичный. Сковородка. Так не выйдет уже, да? Maybe scoveration. Чужая женщина. Она даже стоит и радуется. Команда Коваля в печали. Спасибо.